Новосибирские энергетики планируют заменить в 6 раз больше магистральных теплосетей, чем в 2021 году. 12 километров против 2. И эти работы сейчас набирают обороты. Такая информация прозвучала на расширенном совещании комиссии Горсовета по городскому хозяйству. Объем инвестиций, который в этом году будет сделан, это порядка 2 миллиардов рублей. Это 2,5 раза больше, чем в 2021 году. И с следующего года все пойдет по нарастающей. Вот. У нас 20 объектов ремонта тепловых сетей, из них 17 уже в работе, по одному объекту уже работы завершены. До 15 сентября все 20 объектов должны быть исполнены в хорошем качестве. В ходе работ в 3 местах возникли накладки с ремонтом дорог, проводимым в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это 2 департамента, наш департамент транспорта и департамент ЖКХ должны будут свои работы синхронизировать, чтобы сначала, естественно, поменять сети тепловые, сделать как положено благоустройство, а потом уже зайдут, подрядчики по ремонту дорожного полотна и сделают, чтобы дорога уже была, в таком качественном виде, чтобы можно было эксплуатировать нашим автолюбителям. В целом же ремонт теплосетей в нашем городе идет в штатном режиме, отметил Игорь Кудин. Задача – минимизировать порывы и обеспечить горожан теплом. Тем не менее, депутаты уже в ближайшее время начнут делать контрольные выезды на различные объекты совместно с городским департаментом ЖКХ и СГК. Будут оценивать качество и сроки работ. Подвести итоги и дать оценку выполненным работам в Горсовете планируют в сентябре. Хотя полностью оценить эффект от вложенных в модернизацию теплосетей средств горожане смогут через 2-3 года, говорят специалисты. И выразится это в значительном снижении числа порывов на тепловых коммуникациях.